Ну что, друзья, доброе утро. Закончился мой выходной. Вчера вообще не выходила никуда ни в эфир, ни в сторис, не выкладывала нигде и ничего. Я сказала, что мы уже поехали на дачу. Заехали в магазин, опять купили каких-то досок. Сейчас почему-то ехали по дороге, решил Алексей остановиться, пошел проверять колесо. Говорит, не нравится, ведет машину. Судя по всему, он собрался его качать. Что интересно случилось с колесом. Еще, наверное, потом придется в ремонт колесо сдавать. Наверное, где-то что-то зацепил. Рецепт повидла я, в принципе, так еще и не смонтировала. Начинала, но что-то бросила. Думаю, надо реально отдохнуть. А то я за неделю так устала, что вчера с утра даже хвасталась вам все свои кастрюли. Это стеклянные, что она у меня уже больше 15 лет вчера. В общем, я разбила от нее крышку. Она у меня просто выпала из рук с утра. Хотела сварить гречку, и просто она у меня улетела. Плитку, естественно, вдребезги разбилась.